Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi 6A сделать скриншот. Для того, чтобы сделать скриншот, в первую очередь откройте экран, скриншот которого вы хотите сделать, к примеру, экран настроек, и затем зажмите комбинацию клавиш, кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно. Точнее, поправочка, кнопка включения, кнопка громкости вниз. И скриншот сделан. Давайте попробуем еще раз. Кнопка громкости вниз и кнопка включения. И скриншот сделан. Также на данном устройстве имеется функция длинного скриншота. Сразу же после того, как вы сделаете скриншот, нажимаем здесь прокрутка и прокручиваем экран до того момента, которого вам нужно. Нажимаем стоп и получаем длинный скриншот. Готово. Сохранить в галерее. Найти свои скриншоты вы сможете в галерее, в альбоме снимок экрана. И отсюда вы можете их редактировать, удалить, поделиться, и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока.